где-то есть лето, солнце правды и свет. Там где-то ответы, ни болезней, ни бед. Как хочется нам туда, где светит одна звезда, где с нами любовь всегда. Здравствуйте, дорогие мои! С вами передача «Лаврские встречи», и я ее ведущий, священник Анатолий Першин. Сегодня на Лаврском мосту я встретил протоиерея Сергия Жарикова. С ним я знаком по творческой мастерской, которую я провожу в театре драматическом «Странник» на улице Цветочной, 16. И я там впервые услышал отца Сергия. Вообще там открываю многие таланты. Меня поразила в его музыке мелодичность, такое вот душевное отношение к материалу, музыкальность. Отец Сергий, вот давно ли вы занимаетесь музыкой? Что для вас музыка? Что для вас гитара? И как вы связываете это со своим священническим служением? Вот меня это интересует, так как я тоже в таком же, можно сказать, положении, как и вы. Ну, сначала никак не связывал. То есть, когда в рукоположили меня в священный сан, это был 1984 год, и я лет 15 не играл совсем на гитаре. Ну, я думал так, что как-то без этого обойдусь. А потом услышал песни и стихи Романа Матюшина, отца Романа. И попробовал сам. Это где-то был конец, начало 2000-х годов, конец 90-х. И вот мне показалось, что это будет интересно кому-то другому послушать. И я думаю, что, может быть, это была какая-то некая проповедь вот в виде вот в таком вот... Потому что заинтересовать человека, заинтересовать молодежь, которая тянется к музыке. И потом у них начнут возникать вопросы. Ну, а тут я, как говорится, со своей проповедью. Вот таким образом. Такое миссионерское, да? Может быть, да, да, скорее всего. Ну, ваши песни вы пишете на стихи поэтов, да, и те стихи, которые вам нравятся, подкладываете вот основу какую, где вы берете, черпываете вот эту музыкальную основу? Музыкальная основа, не знаю, как-то откуда-то извне она ко мне приходит. Вот. Ну, может быть, еще влияет тем, то, что какую я раньше музыку играл. Играл я романсы, играл обработки, играл и пел обработки народной музыки русской. Вот, и это, конечно, тоже все накладывает отпечаток, потому что у вас чувствуется, что у вас такая старая школа, старые закалки, может быть, рок-н-ролл. Вот. А у меня более, так сказать... А у вас образование такая... есть, да, музыкальное? Образование музыкальное у меня как такового нет. Вот некоторое время учился в музыкальном училище в Ижевске, потому что я родом оттуда. А потом уже, когда пошел в армию, после армии, я уже не возобновил. А откуда передалась вам эта музыкальность? От родителей? Откуда вы... Ну, мама у меня, покойница Ирида Константиновна, она любила петь. И она мне рассказывала, что с детства у нас была дача, вот мы на даче работали, и она пела. Я маленький, ей подтягивал постоянно. Вот, может быть, оттуда, от мамы, конечно. Вот. А потом, уже когда я был в детском саду, я помню, с интересом наблюдал за пианисткой. Она играла на рояле, у нас были музыкальные занятия. Я наблюдал, что там делается внутри, какие-то молоточки красивые. Заметили мой интерес к музыке, и меня рекомендовали в музыкальную школу по классу фортепиано. Я там начал учиться, но родители не смогли по материальным причинам купить мне инструмент. И так мое образование как пианиста закончилось. В 4-м классе мама мне купила аккордеон.
Ну, вот я играл на аккордеоне, на губной гармошке, сам, вот. А уже где-то класса 6-7, то есть лет 14, я начал осваивать гитару самостоятельно, семиструнную, конечно, сначала, потом шеструнную. С чем вы сегодня к нам пришли? Вот песня первая, о чем она? Расскажите. Вот. Первая песня посвящена Божьей Матери «Среди миров» Иннокентий Анинский. Исполните, пожалуйста. Среди миров мерцаний светил, одной звезды я повторяю имя, не потому, что я ее любил, а потому, что я томлюсь с другими, не потому, что я ее а потому, что я томлюсь с другими. И если мне в сомнениях тяжело, я у нее одной молю ответа. Не потому, что от нее светло, а потому, что с ней не надо света. Не потому, что от нее светло, а потому, что с ней не надо света. Среди миров мерцаний светил, одной звезды я повторяю имя. Спаси Господи. Что для вас эта песня значит? Я вижу, как вы ее с таким трепетом, волнением поете. Как будто первый раз. Божья Матерь. Мы все любим православные люди. И, конечно, очень трепетные темы всегда. Все темы чистоты. И вот поэтому, конечно, такой трепет и волнение. А как она возникла, это... Ну, если говорить так, что попалось мне стихотворение, у меня есть цикл песен на стихи поэта Серебряного века. И вот Иннокентий Анинский как раз мне попалось это стихотворение. Но дело в том, что я не знал, что очень многие авторы музыки написали на это стихотворение свои песни. Если бы я знал, то я в силу своей нерешительности, конечно, не решился это сделать. А она может соперничать с ними? Я не знаю. В настоящий момент. Не знаю. Но есть авторы, поэтому, я думаю, ну зачем уже столько написано музыки на это стихотворение, известнейшее стихотворение. Вот, поэтому я не знаю. Это было давно. Это начало моего творчества. Это одна из первых песен, да, получается? Одна из первых песен. То есть вы так сразу духовную линию выбрали? В общем, да. Потому что, вот, ну, поскольку священник, о чем я должен еще писать? Ну, да. О нашем, о духовном. Хотелось бы показать, немножко рассказать о протоиерее Сергии Казакове. Мы с ним познакомились очень давно. Он служит в Московской области. Село Анискино, очень интересное русское название. Mm-hmm. И храм у него, по-моему, посвященный Рождеству Божьей Матери, насколько я помню. Вот. И он интересный человек,
и пишет стихи. Эти стихи мне попались еще в Ижевске, тоже это тоже начало, так сказать, моей сочинительской деятельности. И я несколько стихотворений положил на его музыку. Вот в том числе одно из стихотворений, которое называется «Церковь невеста». Это о церкви, о пути земном, о пути в Царствие Небесное, о церковной общине, о дружбе, о том, что мы получаем в Храме Божьем, что мы получаем в общине. Эта песня называется «Церковь невеста». Пожалуйста. Эта церковь невеста так прекрасна в наряде белых ангельских сводов, голубых куполов, как небесная птица почивает в ограде и зовет на молитву звоном колоколов. Как небесная птица почивает в ограде и зовет на молитву звоном колоколов. Эта церковь невеста, место встречи общения наших бедных усталых, измученных душ с нашим Господом сущим, от купели крещения до последней дороги на Его страшный суд. С нашим Господом сущим, от купели крещения до последней дороги на Его страшный суд. Это церковь невеста, каравелла спасения, нас уносит по морю катаклизмов и лжи, не в мятежную гавань суеты и веселья, а в спокойную заводь умиленной души. Не в мятежную гавань суеты и веселья, а в спокойную заводь умиленной души. Спасибо, Господи. Тема покаяния, тема спасения. Спасение, да. Покаяние. И то, чем занимаемся мы, собственно говоря, и в храме, но постоянно, через, да. Да, через песни, через, да, вот это, может быть, кого-то заинтересовать. Вот это творчество, оно получается как способ передачи вот для определенного круга, да, людей, до которых еще, может быть, далеки церковные тексты. И можно вот так вот. Заинтересовать музыку. А вы перед молодежью выступаете? Какая у вас аудитория? Насколько часто вы выступаете? Где? Очень редко выступаю, потому что не очень часто приглашают. На православных выставках приходится выступать. Угу. Но там, так сказать, молодежи не так много. Основной контингент – люди среднего возраста, пожилые. Угу. Вот. Хотелось бы, конечно, почаще выступать, но если будет предложение, с удовольствием откликаюсь. Ну, я думаю, после нашей передачи, может быть, заинтересуется кто-то, да, вашим, да, творчеством. Да, а да, дай Бог. Репертуар достаточно обширный, да, у вас? Ну, репертуар... Вот такие песни на духовные стихи. Темы разные. Темы царской семьи. У меня есть цикл песен. Угу. Есть темы спасения. И впервые у меня... Несколько дней назад родилась песня о преподобном Сергии. Я его имя ношу, это мой святой. И тем более, что 700 лет, 700-летие, сегодня дата в этом году памятная, 700-летие преподобного Сергия Радонежского. И вот несколько дней назад, готовясь к передаче, я к ней готовился, честно скажу, я попробовал написать впервые на текст преподобного Андрея Логвинова, протоиерея, песню новая. Премьера.
премьера, да? Премьера. А текст-то вам видно будет? Текст я буду смотреть одним глазом. Ага. И увижу, может быть. Пожалуйста. Простой деревянный потир, с которым служил литургию, подрясник протертый до дыр, распятие черты дорогие, простой старорусский мороз, привычной горчицы деручий, до крыши снегов купорос. И бор по медвежий могучий, до крыши снегов купорос, и бор по медвежий могучий. Обычен твой труд день-деньской, согретый молитвой при этом, привычен Дмитрий Донской, тебе наконец за советом. Наплыв богомольцев немал, обычно народа промашка, который тебя принимал. Сперва за простого монашка, который тебя принимал. Сперва за простого монашка. А ты и по правде простой, хотя и боярского рода, гордыню и спесь с прямотой гонял, как ворон с огорода. И немногословность твоя, и голос твой вовсе незычный, и мысли до корней бытия, и прочее все как обычно, и мысли до корней бытия, и прочее все как обычно. Удалась, по-моему, песня. А что для вас преподобный Сергий? Преподобный Сергий еще в детстве моя крестная подарила мне иконку. Иконки тогда были из, на таком картоне, обтянуты желтой бумагой, двуцветные, желтый и черный. До сих пор эта икона она у меня сохранилась. И преподобный Сергий, ну, во-первых, как заступник мой, поскольку я ношу его имя, и я ему молюсь, когда я учился в семинарии, на заочном отделении, правда, часто был, приходил по утрам, особенно перед экзаменом, перед учебой. Ну, такая традиция, такой обычай в академии, в семинарии прикладываться к мощам преподобного Сергия. И преподобный Сергий – это еще и момент вдохновения, потому что его простота, его чистота. Ну вот протоиерей Андрей Логвинов очень хорошо про него сказал. Простота, чистота, прозрачность, святость. Это то, к чему должны мы стремиться, да? Да, это то, к чему мы должны стремиться в земной жизни. Он для нас пример, да? Он для нас пример, для меня и пример, и вдохновение, преподобный Сергий Радонежский. Нам, конечно, это надо еще молодежи, да, как-то передавать, чтобы они тоже это чувствовали. Вот, возможно, как это очень важно. Вот эти песни, может быть, как раз они и помогут. Заинтересуются люди, а кто такое, что и почему. И тут начнешь рассказывать, начинается проповедь. Так ненавязчиво. Вот так бывает, что, ну, непонятно нашей молодежи, вот тут и наш язык, да, когда мы говорим богословскими терминами или употребляем святые какие-то слова. Да, да. Вот у меня сейчас такой путь, что я стараюсь разговаривать немного на языке, не заигрывая, а так подтягивая как бы человека, аудиторию, такой образ дать, чтобы человек заставить задуматься. Чтобы он подошел, вот как раз, как говорите, задал вопрос. А что вы имели в виду? А вот эта фраза. Потому что вот я сейчас выступаю, потом молодежь мне пишет в интернете, и, значит, вопросы задают. Видимо, это все-таки затрагивает. Я хочу сейчас петь песню. Она, с одной стороны, может быть, ну, она
с вашей вот такой духовной линией не соприкасается, но, с другой стороны, это такой своеобразный аллегорический. Там рассказано, в итоге там рассказано об апостолах, угу, которые смотрят на нас с небес и ждут, вот, ждут, когда мы... Ждут нашего поступка. Да, какого-то, что мы сделаем движение души. Ну, такая и песня. Стихи, она ваши, называется, да? «Рыбаки». Стихи тоже ваши? Стихи, да. Я сам пишу только на свои стихи и свои песни. Песня называется «Рыбаки». Остались в глазах поэта стеклянные поезда, вода отражение света, а в ней не вода для да. И лежа торжественно поздно на дне одинокой реки, ты видишь, как смотрят серьезно в твою глубину рыбаки. Так и хочется похлопать. Вот такая, да, миниатюра. Мне кажется, что это мое вот мнение. Я люблю вот такую немножко минимализм. Раз что-то сказал, потом задумался. То есть, может, картинка и уже, да, заставляет додумывать, задумываться. Да, да. Размышления. Ну, а какие вот перспективы все-таки связываете с своим творчеством? Вы просто как бы реагируете, да, на то, что происходит, или вы выражаете свои какие-то внутренние... И реагирую тоже. Если, допустим, был бы концерт, я бы сыграл обязательно песню «Отвори сердечные очи», песню о России, о Руси, «Русь небесная», «Церковь торжествующая», «Русь земная», «Церковь воинствующая». Обязательно бы, потому что сейчас очень тема такая, что храмы открыты, народу ходит мало. А вы служите здесь, под Санкт-Петербургом где-то? Я служу в деревне, в Горбунках, Преображенский храм, ага, деревня Горбунки. А далеко это от Петербурга? От Петербурга. В каком районе? Ну, я еду, если считать, взять метро и автобус, далеко, Ломоносовский район, около полутора часов. Ну, полтора. Как там вот деревня? Как люди ходят? Люди ходят в храм, но в основном те, кто постоянно, те, кто ходит, люди, как-то община довольно дружная, вот, и вот они ходят, а ну, молодежи немного ходит. В основном люди старшего, среднего возраста. И встречается молодежь. Люди абсолютно разные. Есть и научные работники, ученые. Есть моряки. Ну, бывшие, да. Есть и военные бывшие. Есть очень простые люди. Есть педагоги. То есть все-все-все, кто... Вот... Храм там нужен, да, получается? Ну, конечно, да, потому что... Он объединяет, наверное, духовно, да? Храм построил не так давно, лет 6 назад... Настоятель храма протоиерей Шпаков, ну а я как бы там второй священник на этом приходе, вот мы вдвоем. И заслуга его, конечно, что такая крепкая община, что люди молитвенно относятся и очень к своим обязанностям относятся честно к молитве. А как ваша, вот как вы дальше планируете свою жизнь вот, именно с музыкой, с творчеством? Вот так же продолжать, если будут приглашать, с удовольствием буду откликаться. И, конечно, попадаются стихи, когда, то, может быть, что-то меня зацепляет, что-то зацепит, появляется новое произведение, новые песни. Дорогой отец Сергий,
Сыграйте нам еще что-нибудь. Хочется слушать и слушать. Вот. Очень жалко, что мало людей слушают ваши песни. Надо это дело как-то исправлять. Ну, а это не будет мешать, конечно, вашему служению, да? Да, думаю, что нет. Найдем время, если кто-то пригласит, я с удовольствием. Потому что я все-таки считаю, что надо проповедовать. А для меня вот лучшая проповедь – это вот через песню, через мелодию. А что вы еще сейчас вот хотели нам спеть? Я хотел сейчас спеть стихотворение Филимонова «Небесная Русь». Отвори сердечные очи, вишь, как малое дитя средь прозрачной русской ночи реют ангелы летя. Средь прозрачной русской ночи реют ангелы летя. Мир невидимый сияет, хор неслышимый поет, сна и отдыха не знает, Русь небесная живет, сна и отдыха не знает, Русь небесная живет, вся в молитве дерзновенной о сестре своей земной. Внемлет глазу царь вселенной, ждет избраннице покой. Внемлет глазу царь вселенной, шлет избраннице покой. Спи, усталая Россия, говорит Господь, любя. В эту полночь все святи вновь молились за тебя. В эту полночь все святи вновь и молились за тебя. Отвори сердечные очи, отвори сердечные очи, отвори сердечные очи. Спасибо, Господи. Потребность русской души петь, да? И через да. песню славить Творца. Славить Творца. Да, и Его творение. У вас это прекрасно получается. Спасибо большое. Спасибо, что вы пришли. Спасибо, батюшка. Вот уделили время, внимание. Спасибо, что меня пригласили. Да. На этом, дорогие наши телезрители, передача «Лаврские встречи» заканчивается. С вами были я, ее ведущий, священник Анатолий Першин и протоиерей Сергий Жариков. Божьим всем помощи, Божье благословение. До скорых встреч. Спасибо. Спасибо.